Центральной площадкой проведения Всероссийского дня физкультурника в Московской области стал город Видное. И это неудивительно, ведь на стадион «Металлург» приходят любители спорта в любую погоду. На праздничные соревнования в Видное приехали спортсмены со всего Подмосковья. Пройдя процедуры регистрации и жеребьевки, участники прятались от дождя в подтрибунных помещениях. Также под крышу перенесли и торжественную часть. Те 48 тысяч человек, которые по статистике у нас занимаются в нашем муниципалитете различными видами спорта, они именно подтверждение тому, что в любую погоду, в любой сезон в нашем муниципалитете и молодые ребята, уже возрастные люди выходят, занимаются спортом на разных площадках. После приветственного слова глава муниципалитета вместе с министром физической культуры и спорта Подмосковья Романом Терешковым наградили лучших сотрудников спортивной сферы и подвели итоги финала конкурса «Мисс Живу спортом». Самой талантливой спортсменкой Московской области стала Наталья Чайкина из Дубны. Я в шоке, если честно, вообще не ожидала. Я даже платье не взяла, если б знала, да. Ну, очень крутые ощущения, мне прям гордость какая-то прям берет. Зрители, наблюдавшие за футбольными соревнованиями, находились на сухих трибунах, в отличие от самих футболистов. Но те не испугались дождя, хотя признавали, что играть в таких условиях непросто. Поле очень мокрое и вообще очень сложно принять мяч. Даже пас-разрез даже может плохо принять при такой погоде. В спорте принято бороться до конца и никогда не сдаваться. Именно в сложных обстоятельствах закаляется спортивный дух. Погода спорту не помеха. Спортсмены никогда не таяли. И тем более для футболистов это отличная, хорошая обстановка, когда идет дождь и не жарко. И я уверен, что погода нам настроение точно уже не испортила. Самые маленькие спортсмены участвовали в гонке на беговелах. Несмотря на столь юный возраст, у малышей в этом виде спорта проходят настоящие тренировки. Обычная физкульт-подготовка. Разминки, бег и прочее. Ну и да, координация. На соседней площадке впервые в муниципалитете проходил турнир по функциональному многоборью. Участие могли принять все желающие старше 18 лет. Сегодня явилось очень много участников. Было порядка 30 заходов, 6 команд и 15 личных в личном зачете выступило ребят. Сдать нормы ГТО теперь можно на новой площадке «Спортивный двор «Металлург», на которой уже испытал себя первый заместитель главы муниципалитета Дмитрий Волков. Мы живем спортом. Ленинский район живет спортом. Видно наше Подмосковье. Всех с днем физкультурника. Но еще раз, как говорится, протестировали нашу кроссфитерскую площадку. Всех приглашаем, потому что это подарок, я уверен, для каждого жителя, для каждого спортсмена. «Сильный двор «Металлург», а мы с ним. Спортивный праздник продолжался в течение всего дня. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.